Всем привет, дорогие мои подписчики. Небольшой фото-видеоотчет о выезде на озеро Лотос по приглашению моего подписчика, который пожелал остаться инкогнито, поэтому его не снимал. Вот виды на берег. В принципе, небольшое такое озеро, но неплохо зарыблено. Есть крупная рыба, белый амур, сазан, карп есть. Судачок есть. Очень много спиннингистов видел. Приехали с ночевкой. Расположился я под открытым небом на раскладушке. На противоположном берегу, как всегда бывает, расположился диджей, ставил нам металлику. И рыбки тоже. Кормился я рыбными бойлами. Высокоаттрактивный микс рыбный. Но, в принципе, я вот позже познакомился с дедушкой, завсегдатаем этого озера. Вот так вот спал я. Раскладушка, каремат и зимний спальник. И, в принципе, нормально. Не замерз, ничего. Так вот, поговорил я с этим дедушкой, который здесь ловит систематически, постоянно ловит крупную рыбу. Простые карповые миксы какие-то с наличием свежего жмыха, с добавками, с вкраплениями такими бандюэли. Именно бандюэль, потому что озеро сильно прикормлено на бандюэль. Вся мелкая, крупная рыба идет на бандюэль, клюет карась на бандюэль, все идет, ловится на бандюэль. Если поедете на Лотос, берите побольше бандюэли и червей. В этот раз у нас не было ни бандюэли, ни червей. Ловил я на опарыш, но в принципе на опарыш тоже на ночь поставили флет метод. Флет не принес никаких таких вот поклевок. Тишина была. Пока бойлы перебирали. Ну, пока не подобрали бойлы, на какие клюет. Весь ставили арсенал там. Рыбные, мясные, такие. Но пока рыба не отзывалась. Вообще здесь должен работать запах свиткорн, то есть сладкая кукуруза. Вот кукурузные такие бойлы, вот я думаю, плавающие попапчики со вкусом сладкой кукурузы пойдут здесь. Утром переключились на активный фидер, и на фидер наловили воблы и карасей. Сразу, в принципе, все отпускали карасей в облу. Ловил я на подъеме, в принципе, под деревом забрасывать было неудобно. Приловчился боковой заброс, такие у меня были 3,9 рабочие карповые удилища. Здесь удобнее было бы ловить короткими там. Длищем 3,6, там, 3 метра. Опять же таки остаются вопросы по безопасности, потому что сектор проходной был возле моста. Постоянно ходили спиннингисты, люди посторонние проходили, рыбаки там тоже, просто посторонние. Поэтому, конечно, приходилось полглаза приглядывать за всем. Поэтому, если пойти на ночь, то желательно с компанией, там, несколько человек, чтобы ночью кто-то смотрел за вещами, потому что территория никак не огорожена, и посторонние люди проходят все-таки. Нашу безопасность обеспечивал лабрадор Джесси. Очень хорошо справился с задачей. По ночам подавал голос, когда надо, поэтому, в принципе, спокойно ночь прошла. Вопрос, поеду я на это озеро, на Лотос. Наверное, если половить на фидер, на активный такой вот, возможно, да, на флет, не знаю, но, в принципе, не особо так уже интерес представляет, потому что, ничего такого уже интересного здесь нет. Подобрали прикормку, подобрали насадки уже, просто поехать ради того, чтобы наловить рыбы, не знаю. Каждый выбирает для себя. Это мое мнение. В принципе,
Одна из первых моих поездок с подписчиком, поэтому всегда на связи. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будем вместе дружить, развиваться. Вот он наш лабрадор, который обеспечивал нашу безопасность.